В интернете гуляет байка о том, что великий итальянский кинорежиссер Федерико Феллини якобы поспорил со своим другом, тоже великим итальянским кинорежиссером Тонино Гуэро, о том, что он не сможет создать киносценарий полнометражного фильма длиною в 10 секунд. И проиграл этот спор, поскольку Гуэро создал такой киносценарий, который я, набравшись наглости и смелости, воплотил в своем видео. Посмотрите и судите сами. Я земля, я своих провожаю питомцев, сыновей. Алло, я тебя слушаю, любовь моя. Он улетел, приходи.